очень динамичный, но тем не менее я хочу сказать, что заказчики наши прошли уже очень большой путь работы в контрактной системе, и поэтому они адаптировались достаточно быстро. Они находят пути решения тех проблем, которые возникают, и сообща находят их, и поодиночке, если кто-то нашел первым, делятся друг с другом теми лучшими практиками, которые они наработали в этих реалиях. И вот сейчас у нас будет сессия в 4 часа, расширенное заседание экспертного совета регионов, и регионы будут рассказывать о тех механизмах, которые они разработали именно в этом году. У нас ведь были механизмы, когда реализации закона о контрактной системе, когда наступили экономические санкции. И есть регионы, которые первыми взяли и разработали отдельные механизмы, как можно сохранить все свои экономические позиции в этих условиях. И защитили лучшую практику, и другие регионы этим воспользовались. Также много действительно лучших практик, которые касаются уже новых реалий. И они очень быстро ориентируются в этой сфере и очень быстро адаптируются к любым практическим условиям. То есть за наших заказчиков я не беспокоюсь.